Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В 2019 году встречалась с молодым человеком полгода. Он еще в армию, мы поругались, за окном 2022, у него девушка. А у меня что-то ёкнуло в груди, и мне не хватает банального общения с ним. Даже просто спросить, как у него дела. Мне кажется, пошлёт куда подальше, и очень боюсь. Что делать? Такой у нас вопрос появился. Смотрите, здесь я бы вот в первую очередь, наверное, хотел бы обратить внимание на то, что вот то, что вы называете ёкнуло, да? Вот то, что вы, ну, то, что вы называете ёкнуло сердце. На мой взгляд, скромный. У вас появилась здесь некая такая потребность. И я бы сказал, что нужно сначала разобраться с тем, что это за потребность. То есть, вот на мой, ну, на мой взгляд, речь идет о потребности, ну, какой-то вашей потребности. Вот. И я бы сказал, да, я бы сказал, что вот это, ну, ваша потребность, вот, она, в общем и целом, нуждается в удовлетворении в любом случае, вот. Другой вопрос, что это за, ну, что это за потребность? Такая. Да? Ну, то есть, вот, в принципе, что это за потребность? Что она, эта потребность, да, из себя, ну, представляет. Вот. То есть, я бы как-то вот сделал бы акцент на этом, возможно, постарался бы, по крайней мере, сделать на этом акцент. Вот. Сейчас, на данный момент, вы акцент на этом не делаете, и, соответственно, ну, можно как-то вот говорить здесь о том, что не совсем понятно, да? Не совсем понятно, что вам, ну, что вам нужно, чего вы хотите. Вот. Поэтому я думаю, что сначала нужно разобраться с этим, чтобы вообще понять, как бы, да, чего вы хотите. Хотя бы, чего вы хотите. Хотя бы. Что вам нужно. Хотя бы.
дальше уже, когда и если вы с этим разберетесь, ну, уже можно будет как-то от этого, ну, от этого можно будет отталкиваться. Вот. Потому что сейчас пока отталкиваться, вот, как вы, я надеюсь, сами понимаете, да, сейчас отталкиваться, ну, нечего. По большому счету. Вот. А отталкиваться необходимо. Следующее, на что хотел бы, конечно, обратить я ваше внимание. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, вот, ну, в первую очередь, что у вас есть, скажем так, страх отказа. То есть, как будто бы, вы боитесь того, что вам, ну, что вам откажут. То есть у вас есть такой вот, ну, страх, что вам откажут, что вас, ну, пошлют, как вот вы, как вы сами говорите. И так далее. И на мой взгляд, это заниженная самооценка у вас. И заниженная самооценка, да, со страхом отказа нужно работать. Потому что, ну, помимо того, что у вас страх отказа не случайно, да? То есть вот, как бы, ну, он у вас не на ровном месте появился. А появился, ну, вероятно, именно потому, что вы, вот, скажем так, хотите реализовать некоторую свою потребность, да, то есть, ну, вот, потребность в чем-то, да, то есть, вот, ну, в чем-то, чего вам, ну, не хватает. Тут вот тоже нужно быть, как мне кажется, довольно внимательны к себе. Вот. Тут нужно поисследовать ну, как бы этот аспект и посмотреть,
как бы, ну вот, на что я нацелена, да, на что я нацелена, чего, ну, чего я хочу, как бы. Вот. Сейчас, в принципе, такого пока что понимания, как мне кажется, у вас нет. Сейчас вы, ну, не отдаете себе отчет в этом. На данный момент, по крайней мере. Это очень печально, вот, и, собственно, я вижу, скажем так, свою задачу именно в том, чтобы помочь вам понять, чего вы хотите, вот. В том, чтобы вы увидели, что вам нужно, вот, и дальше уже могли бы что-то делать, дальше уже могли бы, вот, ну, там, в каких-то направлениях, да, двигаться. Как-то так. То есть я рекомендовал бы вам, конечно, ну, психотерапию. Я бы рекомендовал вам психотерапию. Вот, и я бы рекомендовал вам, конечно, индивидуальную работу, потому что, ну, вполне возможно, что вполне возможно, да, что у вас есть определенная драма, например, вот, от расставания с, ну вот, с человеком, да, и на вас это, конечно, влияет. То есть, ну, влияет достаточно сильно. Это вот совершенно очевидно. Как мне кажется. Конечно, я могу тут ошибаться, да. Конечно, я могу, ну, каких-то вот деталей, да, каких-то аспектов не знать. Например, из-за чего вы поругались, да, например, ну, из-за чего вы расстались. Сейчас, как бы, ну, понятно, что такой информации у меня нет. И это нужно уточнять, как мне кажется. У вас, да, ну или вот с вами в ходе работы, если мы хотим, ну, во всем разобраться. Вот, пожалуй, такой ответ я мог бы вам, ну, мог бы вам предложить сейчас с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. На этом все. Буду благодарен вам за обратную связь
По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она, в смысле помощь, в любом случае пригодится, вот, и вы сможете, ну вот, свои проблемы разрешить, да, те, которые у вас имеют место сейчас, по крайней мере. Вот. Удачи вам!